Всем приветик! Сегодня у нас 23 февраля. Ну, видео выйдет, наверное, уже позже, поэтому поздравляю всех с прошедшим праздником 23 февраля. У нас сегодня 30 градусов, ветер сумасшедший. Сейчас открою окно, я не знаю, получится показать или нет. Здесь не видно, но метет просто, вот метет. Такая метель метет. Кошмар. Наше утро с Настюшей начинается с чая с оладышками. Варенье. Это варенье у меня из лесной ягодки, перемолотое. Вот, жду, пока кулер согреется. Сейчас будем наливать чай и пить чай. Наш защитник отечества на работе с утра. Поэтому вот так. Сейчас чай попьем с оладышками. И не знаю, как идти в магазин. Такая холодрыга это вообще. Но надо идти. Будем готовить вкусняшки сегодня. Все, чаек налили. Настасья, привет. Всем приятного аппетита. Кто завтракает, обедает или ужинает? Наверное, уже все ужинают. Ну, у меня видео-то выйдет позже. Это мы сейчас с тобой утром завтракаем. А выйдет оно у меня уже после 23 февраля. И, скорее всего, вечером. В общем, всем приятного аппетита. Боже, я вышла на улицу. Что тут творится? Я даже говорить не могу, представляете? Такое ветрище, птицы лететь не могут. Метет. Метет со страшной силой. Не передает, видимо, все равно вот это. Такая метель прям. Ветер ужасный. С ног сшибает. Что, Пуша, сидишь? Обзор покупочек ждешь? Обзор покупочек? Да я ездила в магазин, вот, купила. Настя попросила купить подарочки папе и деду. Сегодня придет дед мой, папа, в гости к нам. Муж у меня на работе, поэтому придет мой папа, и мы посидим немножечко, праздник отметим. В общем, купила вот от Насти вот такой вот, это вот деду. Как бы чисто символически такие подарочки. Вот. Ну, все же. Это вот такая отверточка и вот насадки. 12 предметов. Ну, думаю, деду понравится. От внучки как бы все равно. Главное, внимание, я считаю, да? А это папе она будет дарить. Набор инструментов. Ну, как бы у нас, у папы такое есть, конечно же. Ну, не именно такое. Я имею в виду, такие все инструменты у папы уже имеются. Но это будет в машину. Вот такой он в форме колеса. Занимает мало места. В машину бросит. Я думаю, в машине это всегда пригодится. В общем, вот здесь. Такой вот он в открытой форме колесо выглядит. Здесь, так, что у нас тут? Шестигранные ключи, длинногубцы какие-то, плоскогубцы, не знаю. Биты, рулетка, удлинитель, отвертка, отвертки для точечных работ, торцевые головки какие-то. В общем, я ничего не понимаю, но я так думаю, раз это сделано все в форме колеса, значит, для машины это все пригодится. Я думаю, папа тоже будет доволен такому подарочку. В багажник положит и все, пусть лежит. Так, ну это я сходила в магазин, в общем, так, что-то я купила, это я купила фарша, две коробочки, буду делать мясной рулетик. Так, Настя тут накидала все мне: яйцо, хлеб, майонез, моя любимая колбаска вязанка, это мы будем делать, окрошку буду делать и салатик, потому что Настя у меня окрошку не ест, она не пьет квас, огурчики, картошка. Так, ну это я купила зубную пасту, Насте купила вот такая гуашь с золотой и серебряной краской. Это я забежала в фикс-прайс. В фикс-прайсе покупала, вот, купила батарейки в мышку себе на компьютер. Так, салфетки. Тоже салфетки были по акции 9 рублей. Как бы они всегда пригодятся, схватила. Вот это кошкам корм, тоже такой недорогой, но решила попробовать. Как бы они редко корм-то едят, в основном мы. Но все равно. И вот такое взяла нашему Пушку. Вискас, сухой вискас. У него на сухие корма аллергия. Ну вот вискас попробую. Может, на вискас не будет. Он маленький-то был, ел его. Так, это я купила сайру. Буду делать салат мимоза, потому что у меня папа очень любит рыбу. Он без нее жить не может. Поэтому для него будет мимоза. Фасоль купила красную тоже. Ну, по акции, которая вот эта красная. Моя цена магнитовская. 24 рубля, по-моему. Вот, куриную грудку. Ну, это я буду делать салатик из куриная грудка, фасоль. В общем, такой. Ну и все, такие покупочки.
В общем, приступаем. Время у нас уже без 15:05. Я только пришла. Покажи краски. А папа уже... Папа до 6 у меня работает. Сейчас приедет. Вот такие краски, гуаши. А где здесь серебряная и золотая? А, вот так лучше покажи их. Не надо. А где написано серебряный и золотой? Вот это, наверное, серебряная. Да, а это золотая. Скорее всего. Ну-ка, открой посмотреть. Баночку открой одну. Ой, да. А слушай, а в телефоне не видно, в камере. Ну-ка. Давай золотую. Не, видно, видно. А ну-ка золотую открой, покажи. Это серебряная. Вау. Класс, да? Вообще. Класс. Ну, прикольная гуашь. Ну, убери, а то у тебя... Я смотрела тут, проверяла у нее папку по трудам, что у нее гуашь уже немножечко там... Папа звонит, наверное, спросить, где я, он меня потерял на работе. А у нас такая метель, он мне говорит, куда ты пошла? Я говорю, ну как, куда? Надо же, вот, за подарочками пошла от Настеньки. Он говорит, ты что такая метель, сиди дома, тебя унесет куда-нибудь. Мне сейчас звонит, а я видео снимаю, ответить ему не могу. Все, он звонит Насте уже. Потеряли меня, потеряли. Все, в общем, начинаем готовку. Вот, кстати, еще купила ей картон вот такой. Смотрите, какой классный. Вообще, вот кому, ну, у кого ребятишки, если в школу надо, картон прям классный. И 18 листов. Вот этот картон я купила в фикс-прайсе. А вот этот обычный картон цветной, 7 листов. 7 листов стоит 40 рублей в обычном магазине. А вот в фикс-прайсе, смотрите, 18 листов стоит 55 рублей. Как бы вообще, листов очень много. Так что вот, фикс-прайс иногда выручает вот такими вот, ну... Именно школьными предметами. А, кстати, я же еще ручки купила. Вот такие вот ручки я купила еще. Настя, как бы вот она. Вот такая вот, вот эта вот именно фирма ручка. Мне очень-очень нам она нравится. Пишет просто обалденно. Так, ну все, принимаемся за готовку. Так, рулетик наш готов. Вот так вот он выглядит в разрезе. Вкуснотища. Это салатик у нас. Оливье. Ну, окрошечку я не это самое еще не доставала. Так, сейчас еще один салатик. Вот такой вот у нас мимоза. В общем, ждем папу. Папа наш уже идет. О, вон он пришел. Папа, дорогой любимый, с 23 февраля. Наш защитник, добрый, сильный. Обожаем мы тебя. Ты для нас пример опоры, капитан и рулевой. Если надо, сдвинешь горы, настоящий наш герой. От души тебе желаем в жизни только побеждать. Ну а мы тебе с любовью будем в этом помогать. Спасибо. Теперь от Насти загадки армейские. 23 февраля. Это праздник хоть куда. Поздравляем папу, ты от нашей родины. Молодец. Если папа на ура, сварит суп из топора и проявит смекалку в работе, значит, он служил в... пехоте. А я хочу сказать, в морфлоте. По складу, получается, в морфлоте. Дальше давай. Так. Если папа входит в стресс, как завидит стюардесс, к ним летит, забыв сыночка, значит, папа бывший... А я бы его назвала матершинным словом. Что при виде стюардесс он бежит, забыв ребенка. Это что за такой папа? Давай дальше, следующая загадка. Если в синих волнах пачка, очень крепкий папирос. Если ходит он в раскачку, значит, папа... Папочка? Матрос. Папа маленького роста. Давай. Папа маленького роста, но красивый, как артист. Двигатель заводит просто, значит, папочка... Каратист. А я буду по складу, не по правильному, а по складу. Да. Если папа на диване смотрит телевизор днями, там же кушает, поспав, значит, папа... Это обычный папа. Это обычный папа. Среднестатистический папа. Еще раз прочитай. Ну-ка. Ну-ка еще раз. Давай. Если папа на диване смотрит телевизор днями, там же кушает, поспав, значит, папа... Космонавт. Ну, космонавты, они же все делают, видишь, вместе. Ну, ладно, давай дальше. Если папа как сантехник кран починит и отстойник устранит все течи в доме, значит, бывший он... Кто?
странно. Жигушник? Жигушник? Нет. На какую букву начинается? П. Прочитай еще раз. Пограничник, что ли? Нет. Если папа как сантехник, кран починит и отстойник, устранит все течи в доме, значит, бывший он... Полковник? Нет. А, полковники не умеют течи устанавливать, устранять в доме. А кто? Сдаетесь? Да. Подводник. А-а-а. Давайте теперь пословицы. Там много у тебя их? А, там мало, ну давай. Где мир да лад? Ну, оторви. Где мир да лад? Знаешь? И чё, надо говорить? Не нужен и клад. Это пословица. Где дружба? Там зашибись. Нет. Там? Уважение. Любовь. Нет. Жизнь. Там круто. И? Не знаю. На букву С начинается. Союз. Нет. Где дружба? Там согласие. И семья? А, согласие. Доброе братство? Ой, я не знаю такие пословицы. Это дороже очень сложно. Дороже богатство. Mm. Ну, вот это самое легкое. Один за всех. И слава богу. Один за всех. И все за одного. Да. Спасибо, молодец. Приступай кушать. Сдеваю. Пока Настя тут загадки читает, я покажу, как выглядит вот это колесо. Вот оно, это колесико. Вот так оно открывается. Сбивает, значит. Сбивает. Вот, вылетело. В общем, вот. Что же это? Это рулетка. На учениях опасных не буду и доставать. В любом бою защищаться... Что, я тебе мешаю? Читай. Мешаешь. Круто, Южный Урал. -35. Посмотрите на фонарь, как метет. Темно, не передает. Я думаю, ветер слышно. На фонаре все видно. На фонаре и на земле. Ужас, как метет. С ног сносит.